В Сургутнефтегазе в самом разгаре баскетбольный турнир. На участие в нем заявились 3,5 десятка команд. При этом фаворитов в чемпионате несколько, и их имена известны. Фаворит – это УСИН, потому что у них состав очень дружный уже на протяжении нескольких лет. Одна и та же команда, но еще добавляются хорошие игроки. Так что, я думаю, УСИНК это в этом году станет чемпионом. Также фаворит у нас аппарат управления. УБР-3 сейчас также набрала командочку. Этим баскетбольным лидерам Сургутнефтегаза готовы навязать борьбу многие участники. Глядя на успехи УФСИНГа или УБР-3, к их результатам стараются подтянуться и остальные. Те, кто еще в прошлом сезоне на медали всерьез не рассчитывал, в этом году хотят взобраться в турнирной таблице как можно выше. Все команды сильные здесь. И как бы все игры проходят очень интересно. Прошлый год у нас немного не удался. Мы как бы проиграли, но в этом году состав стал посильнее. И мы рассчитываем на призы, конечно, как и любая команда, на победу. Команда из Нижнесартымского в прошлом сезоне стала 7-й. И это несмотря на то, что коллектив приезжает на игры только по выходным. И проводит сразу по несколько матчей. Из-за удаленности предприятия от Сургута иначе не получается. Достойные соперники они всегда есть. Тем более Сургутнефтегаз – это турнир, который достоин, я не знаю, и уровня, наверное, и лиг России. Собрались тут мастера спорта, ребята, очень много команд достойных. Мы для себя всегда ставим задачу попасть в восьмерку сильнейших, чтобы потом уже, как говорится, побороться за призовые места. Баскетбольный турнир традиционно длится в течение месяца. До середины следующей недели будет идти предварительный этап. Все сборные разделены на 4 дивизиона. Команды, занявшие в своих подгруппах первые и вторые места, выйдут в финал, где и разыграют медали. График же спартакиады Сургутнефтегаза весьма насыщенный. Уже через неделю запланированы другие соревнования. 24-25 у нас лыжные гонки. У нас всегда масса проходит. Человек 400 участвует в этих соревнованиях. Будем надеяться, в этом году еще больше будет народа. Лишь бы погода не подвела. Думаю, в марте будет хорошая погода. Будет хорошее настроение, все побегут на лыжах. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Денис Зонов. Сургут Интерновости.